Банальная сушка белья едва не обернулась трагедией для 79-летней пенсионерки. На балконе женщина запуталась в натянутых веревках. Опасный случай произошел в поселке Балакирево Александровского района. В дежурную часть полиции позвонили очевидцы и попросили помощи. Спасать бабушку выехали сотрудники МЧС и участковый уполномоченный полиции Азат Гасанов, который подоспел быстрее. Бабушка свисала с балкона 4-го этажа. Полицейский забрался на карниз балкона этажом ниже и придерживал старушку за ногу до приезда спасателей. Полицейский обратился к соседям, проживающим на 3-м этаже, под балконом потерпевшей. Они открыли дверь, участковый забрался на карниз из балкона и страховал запутавшуюся в шалах бабушку. В это время неравнодушные соседи растянули внизу одеяло. Вместе с прибывшими сотрудниками МЧС потерпевшей удалось вытащить на ее балкон, где женщине была оказана необходимая медицинская помощь. Жизни пенсионерки ничто не угрожает. Родственники бабушки выразили благодарность полицейскому, который не дал ей погибнуть.